Всем доброго времени суток. Вчера прислали одну вещицу. Вещь полезна, в принципе, многим, тем, кто любит много поднимать, бегать, бороться, биться, сидеть сутками за компьютером. Перкуссионный массажер. Многие уже видели. У меня, в принципе, уже есть модель от бренда Seventeen. В принципе, аналогичная по тактико-техническим характеристикам, частота, глубина воздействия. Разве что здесь 5 передач, а там 4. Для бюджетной модели свои функции выполняет неплохо. Что есть в комплекте? В комплекте у нас идет зарядное устройство и 6 насадок. Значит, здесь плоская для расслабления мышц, затем для более интенсивного воздействия насадки и также для точечного воздействия на триггеры. Такая пуля и вот такая двойная насадка твердая. Итак, сейчас покажу в динамике. Вот у нас первая передача. Руки. Так, работаем с ассистентом. Здесь вторая. Третья, четвертая. На самом деле частота гораздо выше, чем передает видео. И вот пятая передача. В принципе, нормально. И основной момент, который отличает от совсем дешманских вариантов, и даже некоторые из них не совсем дешманские, но тон у нас не глохнет при интенсивном надавливании. То есть, когда нам нужно основательно пробить мышцу, мы нажимаем, и некоторые модели у нас глохнут. Вот этот вариант у нас, как видим, удар держит. То есть, мы надавливаем, он работает в той же частоте. Все, как нам нужно. В общем, более детальные подробности по характеристикам можно узнать на сайте. Динамики проверил, одобрено. Будьте здоровы.